Ну, мы начинаем свою программу с пьесы Гордона Гудвина из его альбома «Fat Pack» «Count Booba» с «Revenge» называется. Пьеса очень энергичная, в стиле шафл. Мы очень полюбили этого композитора, он руководитель биг-бенда. И в этом концерте у нас прозвучит несколько его произведений. Следующую пьесу мы сыграем, называется «Cool». Пьеса из мюзикла «Вицайская история». Многие, наверное, ее слышали. Практически мюзикл рассказывает современную историю Ромео и Джульетты. А снятый в 61 году фильм взял 10 Оскаров из 11. Thank you.
фортепиано соло. Для альбома 2XL. Jazz Policy. Нападение помидоров-убийц. И если к фильму все население земного шара охвачено паникой, невинные помидоры, которые люди выращивали у себя в огородах, неожиданно превратились в неутомимых охотников, жаждущих человеческого мяса. Полиция и армия не в силах справиться с угрозой, и только песня спасет землю от кровожадных людоедов.
Об этом эта пьеса. Пьеса Дэнни Эльфмана к самому длинному мультсериалу в истории американского телевидения. Композитор написал саундтреки ко многим известным фильмам. Это «Человек-паук», «Люди в черном», «Халк» и ко многим другим. А сейчас вы услышите «Симпсоны». Thank you.
Гиллеспи. Помните, которого так щеки надувал? Это его пьеса в стиле бибоп. Блюин Буги называется. Thank you.
наш оркестр, ритм-группа Бурыкин Стас ударный, Робихов Сергей нас гитар, Ахметов Султан гитар, Демченко Аня фортепиано, Шиклеев Ян фортепиано в перкуссии, группа трубачей Халитов Ильдус, Исаева Жансулу, Смогулова Мируэр, Акишанов Данияр, тромбоны Осипов Женя, Угай Костя, Гульсинитов Алишер, Кагенов Амир Флейта, ну и группа саксофонов Киневич Ваня, солист оркестра, Ламейка Вика, солистка оркестра, альт-саксофон, М. Максим, Гаспарян Баграм, альт-саксофон, Ибраев Мусин Ратмир, Яфьязов Дейки, баритон. Сейчас будет Алматы. Спасибо большое. Ну, мы еще на бис одну пьесу сыграем. На бис. Да, стойте.
Алматы.